Красноярске назначили нового главу краевого избиркома. Им стал Алексей Подушкин, ранее занимавший должность начальника экспертно-правового управления губернатора. Напомню, экс-глава избирательной комиссии Константин Бочаров объявил о своей отставке на прошлой неделе. Причиной ухода он назвал семейные обстоятельства. Свою должность Константин Бочаров занимал почти 15 лет. Кандидатуру нового главы одобрили на заседании комиссии Центра избиркома в Москве еще в минувшую среду. Теперь назначение Алексея Подушкина поддержали и на краевом уровне. Моя деятельность будет основываться на принципах открытости и гласности. Я с уважением буду относиться ко всем участникам избирательного процесса, будь то журналисты, представители политических партий. Я планирую эту деятельность вот как раз проводить так широко. Решение о назначении в избиркоме приняли единогласно. Алексей Подушкин избран председателем на 4,5 года. По окончании этого срока главу будут и переизбирать снова.